коллеги, друзья. Проведение ежегодной основе совместного заседания за договорство президента Совета Избирательной поддержку российских инициатив в Генеральной Ассамблее. Со своей стороны также поддерживаем инициативу наших коллег. Считаем важно наращивать совместные усилия. Проблема ИГИЛ, конфликт с Сирией, дестабилизация в Афганистане и многое другое. В этом же ряду и запись. По итогам заседания мы подписали в вашем присутствии программу согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании союзного государства. Программа рассчитана на 2016-2017 годы. Это насыщенный документ, определяющий основные направления дальнейшей координации наших действий во внешнеполитической сфере. Подписали также план межнидовских консультаций на следующий год. Документ предельно конкретный, охватывает 28 направлений нашей повседневной и перспективной координации в рамках реализации программы согласованных действий. И подписали протокол постановления об итогах совместного заседания коллегии. Мы выразили удовлетворение нашим тесным сотрудничеством в рамках Организации Объединенных Наций. Оно характеризуется совпадением позиций по всем наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. Едины мы в том, что ООН обладает уникальной легитимностью и остается универсальной площадкой для координации действий мирового сообщества. Условились наращивать взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций в интересах эффективного противодействия многочисленным вызовам и угрозам современности, которые, к сожалению, множатся. В целях реализации новой программы, подготовленной в ходе сегодняшнего заседания, подписан данный план совместных консультаций между Министерством иностранных дел Беларуси и России. Он охватывает широчайший спектр актуальных внешнеполитических и внешнеэкономических тем, от нераспространения оружия массового поражения и до продвижения наших экономических интересов в Африке. По сравнению с предыдущими, в этот план мы дополнительно включили 6 новых тематических направлений, и, как сказал Сергей Викторович, нынешний план включает их всего 28 направлений. Подобный уровень совместного углубленного анализа международной обстановки и отработки алгоритмов совместных действий является беспрецедентным не только для Беларуси, но, думаю, и для наших российских коллег тоже. Одним из важнейших направлений нашего взаимодействия, как было отмечено, является сотрудничество в рамках ООН. В свете 70-летия организации, которую мы отметили на прошлой неделе, вопросы укрепления центральной роли ООН в системе международных отношений заняли особое место в повестке дня совместного заседания. Мы исходим из того, что общими задачами Беларуси и России в рамках ООН являются поиск коллективных решений актуальных глобальных проблем на основе целей и принципов устава организации, быстрое и эффективное реагирование на текущие и новые вызовы, региональные кризисы, распространение оружия массового уничтожения, терроризм, незаконный оборот наркотиков, трансграничная преступность, финансово-экономическая нестабильность, изменение климата, техногенные катастрофы, стихийные бедствия и так далее.